Нет, не зимним рассветом. В 7:30 утра любуются эти люди с биноклями. Там на опушке леса плотной группой выстроились зубры. Редкая удача для исследователей. На этот раз из Польши. Группа ученых и специалистов приехала в Усть-Кубинский район, чтобы изучить, как совсем не северное животное приспособилось к суровым вологодским зимам. В мае ива по химическому составу, по питательности, выше, чем белковые корма. А еще десятки тонн травы, коры, веток других кустарников. Вес взрослого зубра, такого как этот, например, достигает тонны. Это крупнейшее млекопитающее в Европе и очень редкое. Занесено в Красную книгу и находится под охраной. В 2004 году в мире насчитывалось всего 31 популяция. И одна из них до сих пор в нашем регионе. В Усть-Кубинском районе живут в условиях дикой природы 62 особи. Нам удалось увидеть одну большую группу и вот этих двоих. Быки, как правило, одиночки и живут отдельно от стада. Любоваться зубрами с дороги можно сколько угодно, а вот чтобы посмотреть на этих мощных животных вблизи, приехать нужно сюда вот на этом тракторе. Именно эту машину зубры уже знают, на ней привозят корм. А вот если сюда приехать на своей машине, на снегоходе или даже прийти пешком, стадо испугается и убежит. Что и произошло, собственно, сейчас. Здесь есть представители практически из разных всех других районов. Это из Окско-Московского заповедника, это из Беловежской пущи, это и в том числе представители подвида кавказского зубра. То есть вот определенный такой микс. В нашем климате вот эта уже популяция, она акклиматизировалась. И даже приобрела отличительные черты, скажем так. Зубр вологодский крупнее, чем обычно, и живет дольше. Кстати, в среднем продолжительность жизни такого вида бизона 23-25 лет. Все это не могли не оценить иностранные ученые. Нормальная среда обитания для зубров – это та, где снег лежит целую зиму, но его толщина не превышает полуметра. Но несмотря на то, что здесь снега много, зубры здесь выглядят хорошо, выглядят счастливыми. Я думаю, что это очень хорошее место для этих редких животных. Но это место очень хорошее для зубра, потому что здесь есть и хороший лес, но и хорошие растворы, тоже, где зубры находят очень много натуральной кормы. Так что это место, в этом месте может быть более зубров, как теперь. А именно до 100 особей. Так оценили перспективы роста популяции европейские специалисты по разведению зубров. Для этого здесь есть все необходимые природные условия. Подкармливают зверей только зимой. Все остальное время животные добывают пищу сами. Исследователи здесь в первую очередь наблюдатели. Здесь есть и смотровая вышка, с которой специалисты могут наблюдать как за молодняком в вольере, так и за основным стадом. Здесь на территории изучаются не только показатели поведения, но и генетика этих редких животных. Изучаем их питание, постоянно берем анализы вот всех это кормов, что здесь у нас это произрастают, деревьев, коры, ивы берем, то есть что животные потребляют. Цель-то изучить, как оно здесь адаптируется, чтобы дополнить биологию этого вида. Ведь в начале прошлого века зубры оказались на грани исчезновения. Несколько видов были полностью истреблены. Сегодня в России обитают около 1500 быков. Вологодский ареал обитания – самый северный. Сюда зубров завезли ровно 25 лет назад. Мария Суворова, Евгений Тюнев из Усть-Кубинского района специально для программы «Новости Вологды».